Всем привет, друзья! С вами Кайсинар Умзи, добро пожаловать в Brawl Stars! И наконец-то в магазине появился новенький эпический бравлер Эдгар. И он совершенно бесплатный. Это же просто офигенно! Тем более сегодня праздник, 19 декабря. Всех поздравляю с Днем Святого Николая, и это лучший подарок, который можно было только придумать. Обязательно зайдите и заберите его просто на халяву. Но, ребят, не забывайте, что нужно поставить лайк этому видосу, нажать на красную кнопку подписаться, нажать на колокольчик, выбрать все уведомления, а также каждому из вас нужно зайти в магазин и ввести код автора Робзи. Потому что сегодня мы получаем бесплатного эпика. Мы его прокачиваем на 10-ю силу, выбиваем гаджет, а также пассивку. Видос будет просто пушечка. Готовы? Поехали! Бесплатный бравлер, эпический Эдгар уже у меня просто на халяву. Мрачный тип, любит паркур. Лучшее описание, которое можно было только придумать. Я уверен, что многие из вас его ждали. Это же пушечка просто на халяву. Но прикол в том, что я мог купить его за гемы. Что? Я мог реально купить его за гемы. Заберу себе набор значков. Заберу себе удвоитель жетонов. Не знаю, зачем, просто хочу забрать. А теперь пойду в Brawl Pass и просто заберу вот эти очки. 500 очков на Эдгара. Раз. Окей, хорошо. 500 очков на Эдгара 2. Окей. И теперь погнали прокачивать. Погнали посмотрим, где он. Вот он, какой же он крутой, ребят. Какой же он офигенный, реально. Причем он сильнее Лек. Он реально... Я думаю, что его пофиксят, но пока его не пофиксили, ребят, апайте, получайте, забирайте. Капец, у меня уже 7-я сила. 8-я сила остается немного. Но у меня есть еще очки, ребят. Забрасываем сюда. Что у меня? У меня еще есть соточка. Неплохо. Итак, есть еще очки. Блин, них... А, есть 200. Пофиг. Забрасываем сюда. И Эдгар у меня уже фуловый. Ребята, Эдгар у меня фуловый. Заходим. Где? Вот он. 9-я сила. 1250 монет. А теперь погнали выбивать. Бесплатный ящик. Ну-ка, выдай мне гаджет. Я думал, совсем на халяву. Нет, не выдается. Ладно, ребят, у нас есть большой ящик. Открываем. У нас есть еще большой ящик. У нас есть мега ящики. Мы сейчас по-любому все выбьем. Все, что можно выбить, мы сейчас выбьем. Давайте отматываем назад. У нас здесь большие ящики. С больших что-то не хочет падать, ребят. Ну, просто никак. Сможет с маленького выпадет. Так, пассивка, гаджет, хоть что-то. Есть еще мега ящик. У меня много всего, ребят, есть на аккаунте. Если вдруг не выбьем, еще и задонатим. Так, бонусы какие-то. Не повезло. Еще один. О-хо-хо! С большого ящика гаджет. Называется «Летим». Супер Эдгара заряжается на 700% быстрее в течение 3 секунд. Зарядов на матч 3. Это очень крутой гаджет. Итак, гаджет мы уже выбили. Осталось выбить пассивочку. В общем, дело, как говорится, за малым. Пассивочку выбиваем, и все, у нас фуловый бравлер на старте. Так, где мои мегаящики? Так, с этого мегаящика не выпало. По-любому, с мегаящиков, ну, должно выпасть мне что-то интересное. Так, давай, еще мегаящик, что? Вот она пассивочка, все. Супер Эдгара также наносит 1000 единиц урона всем врагам поблизости при приземлении. Вот он, фуловенький, посмотрите. Заходим вот сюда и смотрим. Смотрим на красавчика, где? Где? Вот он, 0 кубков, первый ранг, сила 10. Вот он, офигенный, ребята. Просто пушечка, конечно же. Ой, у нас еще и бой с боссом. Я за Эдгара схожу, но сначала шедешка. Я хочу потестить его в шедешечке, ребята. Я так ждал его. Но сразу говорю, готовьтесь, потому что шедешки у вас будут просто 10 Эдгаров. Все против всех. В 3 на 3 будет по 6 Эдгаров. Я даже не могу найти игру, вы понимаете? Я нажал поиск, игру не находит, потому что одни Эдгары сейчас регаются и будут прокачивать. Бравл Старс сломался от Эдгаров. Вы представляете, сколько игроков получит Эдгаров? Сколько моих подписчиков получит бесплатно Эдгаров? Я думаю, нужно перезагрузить Бравл Старс. Наверное, друзья, выпуск этого видоса немного затянется, потому что посмотрите, что написали в твиттере разработчиков, что сервера сломались. Просто сломались сервера. То есть Эдгар поломал. Глядя на проблему с серверами прямо сейчас, повестись там, прошу прощения за это, мы вернем Бравли ДС. В общем, ребят, сейчас сервера лагают, зайти никто не может, даже я не могу зайти никуда просто и протестить Эдгара в настоящих сервах, я тоже не могу. Все сломалось, вы понимаете, вы, все, кто получил Эдгара, крашнули Бравл Старс.
Это просто жесть, друзья. Я уже больше часа сижу и пытаюсь зайти в игру, и меня не пускает точно так же, как и вас. Поэтому я зашел на сервак разработчиков. В принципе, на основном сервере я уже получил бесплатного эпика Эдгара. Прокачал ему 10-ю силу, выбил пассивку, а также выбил ему гаджет, и осталось сыграть за него в шедешке. Но я подумал, меня все равно кинет с ботами, поэтому я зашел на сервак разработчиков и сыграю с ботами здесь. Посмотрим, насколько же все-таки он хорош. Как я хотел за него поиграть. Я очень хочу поиграть с настоящими ребятами, но пока такой возможности нет, ребят. Как только у меня зайдет, я сразу начну его прокачивать и сделаю офигенно крутой видосик. Итак, просто офигенный. Я очень тащусь этого бравлера. Смотрите, заряжаем себе гаджет, просто заряжаем себе ульт. Привет! Просто привет! Вы посмотрите, что он делает. Я просто на ровном месте зарядил себе ульт, прыгнул и размаслал его. Так, здесь у нас бегает Нани. Здесь у нас бегает Нани, сразу фармим два ящика. Так, хорошо. Сколько у нас там уже баночек есть? У нас 4 баночки. Ульт заряжается сам по себе. Точно так же, как я ударила, прыгаем на Нани и быстренько вырубаем. Как я кайфую. Смотрите, включаем гаджет, быстренько зарядаем ульт и просто сидим в кустах, как крысюки. Мне нужно найти кого-то. Смотрите, здесь у нас Пэмка. Привет, Пэмка, 5 банок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хоп, хоп, давай. Уходим. Мне просто под зад прилетело. Заряженная атака Би. Ладно. Ну, не взяли топ-1. Не взяли. Ничего страшного. Не расстраиваемся. Сейчас возьмем. Сейчас 100% возьмем. Я вижу в центре очень много ящиков. Кстати, Эдгар ящики фармит просто на ура. Хилится так же он как от персов, так и от ящика. Смотрите, просто за несколько секунд вы фармите себе ящик. Смотрите, там с кем-то сражается ботик. Я иду ближе к центру. Блин, надпись только мешает. Так, здесь у нас кто? Нита? А с Нитой же мы сами проверяли. Ниту убиваем. Один на один мы Ниту просто разваливаем. Как видите, просто развалили Нитку. Ребят, напишите в комментарии, у кого из вас пускает, кого из вас пускают в игру. Так, 6 банок, 6 банок. Воу-воу-воу. Уходим. Аккуратненько. 200 хп, мало. 6 банок у этого. Как, боже, как он называет? Опа-па-па-па, привет. Убили. Ребят, просто смотри. Хоп, прыжочек. Блин, как прикольно. А мне нравится за него играть. Он, конечно, тоненький, но все-таки очень сильный. Быстрые атаки, прыжочек. Вот этот, тем более с уроном, когда получаете пассивку. Смотрите, там медведь. Привет. Просто минус. Минус бул, плюс медведь. Смотрите, включаем гаджет. Быстренько заряжаем себе ульт. Немножко не зарядили. Ну что, он зарядит сам по себе. Просто сам по себе. А теперь прыжочек. Урон. Скорость бега вызывает Мишку, но нам все равно. Блин, как же это круто. Жалко, что здесь кубки не апаются. Я бы сейчас уже папал. А давайте мы сами сыграем, допустим, мы играем на основном сервере. Просто представьте, что мы играем на основном сервере, и пускай это будет... Знаете, какая карта? Я покажу, где он будет очень силен. Это будет ограбление, ребята. Это будет ограбление, и он будет здесь очень сильный, серьезно. Он сейф будет выносить за считанные секунды. У него очень быстрая атака. У него очень много атаки. Сейчас посмотрим, правда это или нет. Просто мне говорили, что он будет силен в сейфе. Я хочу это проверить. По-любому сейчас пойти проверить. Так, меня сейчас убьют. Так, нужно хилиться. Кстати, я-то буду хилиться от сейфа. Подождите, я хилюсь от сейфа, вы понимаете? Я просто фармлю сейф. Привет. Я фармлю сейф и хилюсь. Камон, это вообще законно? То есть я сейчас и бил сейф, и одновременно себя воспал. Все, у меня заряжен ульт, я готов прыгать. Я сейчас просто прыгну туда, к сейфу. Кстати, к сейфу. Ой-ой-ой, там сразу двое, ладно, я передумал. Смотрите, от пингвинчика немножко подхилился. Так, мистер Пи, привет, чуваки, привет. Хоп. Ну, у меня мало хп, да, хпшечки, конечно, у него не хватает. В этом будет проблема, вот реально огромная проблема, что нет хпшечки у этого бравлера. Я очень хочу, чтобы все мои подписчики получили этого бравлера бесплатно. Вы, ребят, получите. Вы получите, как только заработают сервера. Я уже получил. Так, смотри. Отходим. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не хватает. Так, надо хилиться. Хилимся. Уходим подальше. Так, на кого можно прыгнуть? Вот, давайте, вот. На Эмс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему не допрыгнул? Ладно, пофиг. Пофиг, я пошел бить сейф. Так, смотрите, я могу сразу вот так. Хилимся, живем, уходим. 2300 хп. Отходим. Нужно вот такие небольшие камбэки делать. Так, кого там убили? Оп,
Привет, пацаны. Привет, 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 привет. Развали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, уходим, уходим. Капец. Он, знаете, прям ассасин. То есть прыгаешь, выносишь, убегаешь. Снова заряжен. Снова заряжен ульт. Прыгаем вот туда, Кэмс. Выносим ее. Хоп, и уходим. Ну, нас убил мистер Пи. Да. Конечно же, спину завалил мистер Пи. Я что-то заигрался. Я что-то начал с ними сражаться. Заряжаем себе ульт на ходу. Давай, 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 давай. Мне нужно как-то поближе. Мне нужно сражаться с их сейфом, а не с ними. Так, пацаны, все окей у вас. Прыжочек. Так, давай, 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 давай. Я немножко отхилился. Так, нашел меня, нашел пингвинч. Хил, хил, хил. Нет, 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 нет. Хилимся, хилим, хилимся. Прыжок. Хилимся. Капец, я пытался мансить. Боты жесткие, они пытаются меня убить. Остается 12 секунд. Матч подходит к концу. Не, все, все фиг, кстати, он не такой уж имба, честно говорю. Но против, ну против игроков дальнего боя он их просто кромсает. Он их просто кромсает. Смотрите, оп. И в полете просто меня бой закончился. Естественно, я выиграл. Наш М звездный игрок, но в ШДшке поинтереснее. ШДшка просто рай. Допустим, пускай будет 1000 озер. Как я давно не играл в 1000 озер, честно, уже просто как будто год здесь не играл. Оп, поехали. Так, мне нужно набрать быстро много ящиков. Кстати, чем больше ящиков, чем ты сильнее. Логически, да? Вот это, конечно, я, слушайте, прям Ванга. Чем больше ящиков, тем ты сильнее. Да, конечно. Но это любой бравлер. На самом деле у него от этого очень сильно зависит. То есть, чем больше у тебя силы, тем больше у тебя отхил. Смотрите, тут у нас нитка, которая сейчас просто отгребет от нас. Просто отгребает. Почему? Потому что я еще и хилюсь. В то время, когда я бью ниту, я еще и хилюсь. Все, теперь мы сидим. Теперь мы сидим. 4 у нас ящика есть. 4 банки. Мы выжидаем. Мы выжидаем. О, смотрите, 5-й ящик. 4 бойца остается. Мне нужно на кого-то просто взять и сигануть. Капец, 2000 я просто вынес ящик. Где у нас здесь? Медведь, привет, нита. Опачки. Нита, привет. Нита, привет. Как дела? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Выбежал Пока и выбежал, выбил 4 банок, добил меня. Ладно, вы поняли, он очень крутой, но за него нужно играть очень и очень осторожно. Он тоненький, но сильный. Ребят, на этом заканчиваю. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, вводите код автора Робзи и ждите, как только можно будет зайти в игру, заходите и забирайте его. Кстати, если кто-то уже из вас забрал, напишите мне в комментариях, кто уже получил. Всем удачи, покедова!